Перед началом ролика просим вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Спасибо! Чтения по руке или хиромантия впервые стали известны еще сотни лет тому назад. Их разработали индуистские астрологи. Впервые упомянули об этом явлении в китайской книге, а потом хиромантия. Один из самых простых способов чтения по рукам – это даже не по ладони, а по запястью. На кистях рук есть своеобразные браслеты-линии. Считается, что чем больше линий, тем дольше проживет человек. Чаще всего встречаются 2-3 линии, но бывает и 4. Каждая из них имеет собственное значение и может рассказать о важных вещах из жизни человека. А с помощью первой линии можно заметить проблемы со здоровьем. Итак, вот что означает каждая из линий. Первая – самая важная линия, которая рассказывает о здоровье человека. Если она непрерывная и четкая, то это значит, что все хорошо. Если ее плохо видно и она надломлена, то это говорит о слабостях человека. Существует также и гендерное отличие. Если эта линия надломлена у женщин, то это может означать гинекологические проблемы, например, с зачатием. У мужчин это проблемы с простатой или репродуктивной системой. Вторая. Эта линия измеряет уровень богатства. Если она сплошная, четкая, то человек получит светлое и обеспеченное будущее. Третья. Эта линия показывает уровень власти, которую вы будете иметь. Опять же, чем лучше видно линию, тем лучше результат. Если она четкая и непрерывная, то вы станете очень влиятельным человеком. Наличие 3 линий гарантирует, что человек проживет от 69 до 84 лет. 4. Редчайшая из всех линий. Она проходит параллельно с 3, поэтому связана с ней. Наличие такой линии означает, что у вас будет не просто власть, а по-настоящему стойкая позиция в жизни, которая неизменно будет с вами всегда. Те, у кого есть 4 линия, проживут более 84 лет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Спасибо!